Наши тут. Привет, с вами Велико Вала. Справляем последний мой день. Загородный отель Велес, эко-отель, Владимирская область. Ресторан, обед, шведский стол. Сейчас вам сниму, что было на обед. Справляли здесь мое 50-летие. Покажу. О, вкусные такие круассанчики на завтрак я ела. И хлебушек вот Ване очень понравились. Такие сухари. Колбаса. Разные сыры. Рыбная нарезка. Такая, всякая. И тут разные паштеты. Куриные. Фаршмак. Хумус тыквенный. Маслины. Оливки. Опять хумус. Сметана, кабачковая икра. Ну, красиво все, конечно. Очень. Салатики. Ну, вот я такой уже ничего не позволяю есть. Я думаю, что тут с мясом, тут с рыбой. Только у меня руки маленько прошли, а то была прям аллергия, поэтому я ничего не ем, но поела только огурцы, перец, помидоры. Свеклу уже не ем. Тут жареная скумбрия, картошка мятая. Ну вот тоже поела вот эту, не знаю как называется, но мне не понравилось. Картошка с мясом, что это как называется? Овощную рагу со свининой я тоже не ем, короче, ничего мясное я не ем. Это медальоны из говядины в сметане. Это блинчики с творогом, тоже уже ничего не ем. Вот поела вот эту, это называется булгур. Ой, котлеты куриные, овощи на пару. Это я вчера ела, уже сегодня ничего не хочется. Ваня вот это понравилось. Шницель куриный. А вот это рыба какая-то. Рыба горбуши с пореем. Ну, картошки вот я маленько поела, хотя думала, вообще не буду есть. И люля-кебаб. Вот. Майонез, сметана, яйца. Вот дети у меня, конечно, любят вот эти. Бульон куриный, суп картофельный с фрикадельками, тут вот специи, зелень, тут вот детское питание, масло сливочное, джема, разные, шоколадная паста, вареная сгущенка, вот Ваня у меня тут тоже налегал, вот этот вкусный торт, я и вчера ела, сегодня понравилось. Вот я вот эти вкусные тоже были, вот это черничное вообще замечательно. Вот я вот киви только поела. Утром груши. Сейчас уже обед, завтрак был такой плотный, что уже ничего есть не хочется. Ну, маленько так. Большой телевизор. Сейчас покажу. Вот смотри, на обед и на ужин было то же самое. Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное, разливное. Вино красное, сухое. Вино белое, сухое. Бери сколько хочешь, это вот все бесплатно. Ходи сколько хочешь. Вино игристое, сухое. Это Ванюша мой. Вода с лимоном. Я вот тоже вот на нее наливала сок. Томатный, апельсиновый, яблочный. Ну, я такое вообще не пью. Тут вода. Ну, вот она как бы такая есть и в бассейне тоже. Вот это вот я хотела, конечно, тоже попробовать себе. Кокосовый капучино, кокосовый раф. Но я не стала, потому что у меня тут аллергия на руках была, и я боюсь все это пить. Обычно я это не пью, пью только вот в таких местах. Ну, вот, то же самое, кофемашины. Ну, вот это кипяток, чай. Кипяток. И вот Ванюша, мой подросток, 13 лет. Я вот наливаю на чай с лимоном. Чай черный, империал. Вот крымский я пила тоже 2 раза, бергамот. А, с чабрецом вроде. То ли пила, то ли хотела. Фруктовый, но я не пил фруктовый. И обычный зеленый тоже. Зеленый, по-моему. Сахар. Палочки. Опять аппарат с кофемашиной. Это вот гренка.
высушивает гренки. Вот, все. Тут именно красивые очень люстры. Люстры. Все, вот такой обед. Шведский стол. Вот он. Моя семья. Все, с вами была Белякова Алла. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому было интересно. Рада буду лайкам, комментариям и общению. Обнимаю, целую, до встречи на моем канале.